В Витебске прозвучали фирменные фанфары Славянского базара. Прямо сейчас на главной концертной площадке в летнем амфитеатре проходит концерт открытия. Торжественная церемония ежегодно собирает тысячи зрителей в культурной столице и у экранов по всему миру. Не говоря уже о прессе. Аккредитацию на форуме получили более 300 журналистов. Международный музыкальный форум несет за собой серьезную смысловую нагрузку и каждый раз оправдывает доверие. К слову, этот важный смысл отражает девиз фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию». С какой целью расширили главную сцену и почему артисты останутся без цветов, знает наш корреспондент Нина Мажейко. Она выходит на прямую связь со студией. Нин, добрый вечер. Раскройте интригу. Добрый вечер, Елена. Точнее, внимание говорит и показывает Витебск. Эту фразу ровно 29 лет подряд с замиранием сердца ждут преданные поклонники фестиваля. И это не миф, а вполне себе реальность. К слову, я себя скажу, что касается интриг церемонии, я всех секретов рассказывать не буду. Все увидите в телетрансляции. Ну, а то, что касается сцены, ее действительно расширили. И у нас, у журналистов, была возможность убедиться в этом лично во время репетиции перед вечерним концертом. Сейчас я попрошу режиссеров показать фрагмент репетиции. Подготовка к шоу велась еще с прошлого базара, и, к слову, приглашения для звездных гостей рассылали приблизительно в то же время. Тем не менее, коррективы внесла эпидемическая обстановка, от сольных концертов отказались, зато сделали программу фестиваля более концентрированной. В Витебск в этом году приехали сливки. Это фестиваль с именем, с большим. Его все знают, его все любят. Все с большим удовольствием сюда приезжают. Я сюда приезжаю уже не первый раз. И это всегда классная атмосфера. Это добрые люди, это счастливые глаза в зале. Это очень красивый город, это потрясающе красивая сцена, декорация. Это фестиваль на очень высоком уровне, в котором большая честь принимать участие. Время позиционировать и транслировать гармонию, любовь, единение какое-то, да. Но вот слава богу, что вы вообще открылись. И это здорово, что вы не боитесь и не побоялись, потому что люди соскучились по этому, они соскучились по энергетике. По периметру амфитеатра работают 15 камер. Зрителям будет доступна яркая и сочная картинка в лучших фестивальных традициях. Трансляция начнется в 22 часа на телеканале «Беларусь-1» и спутниковом «Беларусь-24». Повтор церемонии покажет третья кнопка 19 июля. К слову, артисты в этом году останутся без цветов, причем по собственному желанию. Это сделали для того, чтобы обезопасить и в то же время сделать более комфортным пребывание на концерте. И поэтому подступы к сцене ограничили. Тем не менее, если же у преданных поклонников есть желание особенно поощрить своих кумиров, то такая возможность есть. Для этого нужно поучаствовать в акции «Букет добра». Все подробности на сайте фестиваля. Ну и вот такой, оказывается, круговорот добра на Славянском базаре. Елена. Спасибо, Нина. Некоторые подробности церемонии открытия 29-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске нам приоткрыла наш корреспондент Нина Мажейко. Полная картина происходящего на сцене летнего амфитеатра в трансляции из Витебска на «Беларусь-1» и «Беларусь-24» ровно в 22:00.